Был бы посмотреть интересно эту дуэль. Но придется ли? Щенников! Георгий Щенников забивает по какой-то уникальной траектории. Передача на короткие сыграна очень неплохо. Загоев очень здорово армейцы разыграли. Очень здорово армейцы разыграли, и мяч летает в ворота. Наверное, он будет зафиксирован как автогол. В конце концов, ну, такая комбинация, конечно, она абсолютно в стиле, в духе. Одна из лучших во втором тайме. Не без труда спартаковцы отбились. Головин. У штрафной уже Головин. В направлении дальнего угла мяч в ворота. Потому судья не поднимает флажок. Главный показывает на центр. 1-1. Вот у меня Фернандес. И поздно подача.